Ничего себе, даже все пришли. Так, это новая игра, да? Угу. Окей, отлично. Это самое главное. Аудит логи вроде ничего нет. Фиг. Ты уже что-то купил, что ли? Не могу понять. Опять бумбокс купил. С трех раз что он купил? Это самое лучшее вложение бумбокса. Давайте сразу его купим. Он уже его купил, походу. Да, Макс, муться в этом. В... Или все останемся незамученными. Виктор, походу, будет слушать вас, типа, через меня, насколько я понял. В чем смысл change suit? Я замучу тебя в Дискорде. Мне карту ставить первую, а там нихуя нет. Ставь самую злую карту. Первую, в смысле, ну, давай, где враги, куда надо, чтобы лутать. Мы будем то есть любая карта, да? Да. В принципе... Тут лететь надо. Я за любой движ, кроме голодовки. Опять фонарики. Кроме движа в штанах. Ну да, потому что купили бумбокс. Да не, я за... Ну, можно. О, уже летим. Ура, мы будем лутаться. Свет. Ты с глаз будешь. Все уже ночное зрение есть, да, блин? Да, мы прилетели. Ну да. Идеально, в туман. Где доставка робокопа моего? О, сразу новое существо в терминал. А существ заново сканировать надо или не надо? А? Кого сканировать? Ну, существ, типа, когда игра новая начинается, надо заново всех сканировать, кого-то встречаешь. А я не знаю, я их никогда не сканировала. Так, я пошла. А чё такая музыка спокойная? Тут не было раньше музыки. А? А да, музончик подвезли. Где бумбокс? Где наше вложение? Ну, музон же заткнется, когда я врублю мой любимый бумбокс. Да, тут есть один ебейший трек. Вот это он, походу. Все, пошли в энтранс. Ты с ним ходить будешь? Да. Мы теперь все коридоры будем слушать. Будем знать, что там Игорь. Вы меня недооцените. А вот здесь надо поосторожнее. Я понял, медленно ходить. Здорово. Здорово. А где Коло? Господи, ты! Всем стоять! Стою! Стой, стрелять буду! Стою, стреляю! Так... Как темно? Ну да, фонарик. А вы все здесь, да? Дайте знак. Даю знак. Надо было фонарик. Дай. Тут пожарный эксит. Ты что, его открыл? Я поехал вниз, смотри, что у меня 4 вещи уже. Тут еще вот. Чайник подберите. Где? Вот, рядом со мной. Мне живые пока. Давай искать эту, блядь, Арину. Куда она сбежала? А, здорово. Здорово. А то вы все куда-то разбежались, я не понял даже. Что-то я не хожу, ничего нет. Где все предметы? А, я чайник забрал. Круто. Чай будем пить? Да, чайник. Так, эти, походу, понесли уже, да? Подожди, вы все складируете у этого, у пожарного экзита? Вообще, вы на том выходе. Еще на том выходе я ставлю. Отлично, я пока тоже. По крайней мере, бутылки. Бутылки пива. О, пиво. Как говорят, лутаться, так с музыкой.
Смотри, тут ничего нет. Вау. А где вы? Ого, что это голова? Здорово. А где вы? Алло. Тут темно, я сюда даже идти не буду. А, блядь, радиация! Нормально, ты, конечно, Регорь скупился. Да. Чайник и пиво. Так и положено. А я просто понесу, они сами придут. Да ты это втихаря выпей. Оглядывается. У меня ханды фул. А что это за тыквы? Это дома такие, прототипы домов. Вырезал в них, короче, рожицу, зашел и живешь. Прикольно. Ты никогда в тыкве не жил? Или что? Да. Че, нравится тебе твоя оператива? Doom лучше начал работать? Понятно. Вот это тот маленький, Виктор, рассказываю. Купил себе новую оперативную память. Теперь у него 16 гигов, и он нормально играет в Doom 2016 года. Ради этого я покупалась, да. Да, сканируется заново. Новая игра, новое сканирование. Что, вы сезоны начали? Да, а чё нам этот? Я думаю, где этот шнырь? А, пульт умеет выключать свет. А-а-а, Кола с вами. Я могу выключать свет на расстоянии. А зачем? На технологии. Пульт это умеет делать. Только я говорю, что монстр еще на свет реагирует. Вроде никаких. Просто сам факт того, что этот пульт может выключить свет. Ржомба. Как думаешь, эти живы? А то я их что-то не вижу. Ну, карта. По карте все живы, пока. А, они лутаются. Анимакс. А Макс уже идет сюда. Она что, потерялась? Слушай, она походу потерялась. Не могу быть. Я беру бумбокс и иду ее спасать. Подожди. Вы крайне жестокие люди просто. Почему? Там просто меня оставили, кинули. Я просто вынес вещи. Пошли за Ариной. Надо ее спасать. Где она вообще? Она потерялась. А ты ее, чтобы она не потерялась, ты сможешь ее найти? Я радио я с радио туда пойду, она будет идти. Ой, на звук. У нее рак. Ну иди тогда, быстрей. А пошли там со мной. Там рак у нее так-то. Ладно, Димак, надо что-то-нибудь принес. Иди. Гигант. Кто? Гигант. Там гигант. Где? Прям у нас? Да. О, я слышу его. Слышу, улетаем нахуй отсюда. Он же сюда зайдет, нас убьет. Он не зайдет сюда. Сюда собачки могут зайти. Вот это вот, да. А вот если мы выйдем, зато он нас сразу это, нас стрим снайпит. Стрим снайпер гигант. Бум-бум. Я хочу на него посмотреть. Ну, посмотри. Блядь. Это будет смертная твоя попытка. Посмотри. Ария просто осторожно посмотрит. С ним потанцует. Наверное, жуки, которые... Это ты просканил или Арина? Ищи, пускай. Наверное, Арина. Это не Арина, блядь, последний понедельник живет. Они так стоят вдвоем и ничего не делают. Рот закрой, блядь! Мы играем, мы через игру разговариваем. По факту Арина реально последний понедельник живет.
Да она выберется легко. Потому что там уже... Потому... Она не выберется, там уже чел на улице бегает, он ее запоймает. Да изи выберется. Знаете, что самое плохое? О, за ней точки, за ней две красные сделал. Точки гоняются, слышь, смотри. Наверное, вещь какую-то своровал. Две красные точки гоняются. Я ей очень нехорошо, вот из-за того, что у меня сейчас в руках. Так, смотри. Что так? Вот она бежит. А куда ей бежать, я сам не знаю. Так, блин, сейчас где нас из бумбокса не съели. Надо идти спасать, слушай. Мы не спасем уже ее. Она, о чем мы тогда тут сидим? 8 вечера. Может, до утра, мы надеемся, что она сможет спасти. Утра подождать. Спасти самостоятельно. Отбивается как может. Скушаю сейчас. Ну вот эта вот, 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 вот красная точка, да, напрягает. По-моему, злая красная точка. Сейчас запятая будет бегать. Вот туда беги. Вот туда. Именно поэтому рекорд надо было, блядь, не покупать. Вот туда беги. А чё, вон он лежит, ну, нормально. О, у нас классное освещение лампой. А ты ещё вроде двери потоком можешь закрывать? Едет. Не-не-не. Они автоматически открываются и закрываются. Нас зомбобокс сейчас... А если вас прижмёт дверью, что будет? Чё, вырубить его? Да, он особенно вечером вообще лучше молчает. Рекорд. Собачка. Рина умерла. Вы втроём сидели, смотрели! Я-то думаю, где все, блядь! А вы втроём сидели, смотрели, как я умираю! А мы в тупике были! Сука! Добро пожаловать! У нас очень неприятная личность была, не надо нас осуждать! Да, нас... Мы хотели идти честно-честно! Вы хотели! Мы хотели, честно-честно! Ты видишь, у тебя паранойя, ты думаешь, что мы тебя кинули? Я умираю, смотрю, блядь, сейчас. Я смотрю на монитор, блядь, бумбокс. Нет, там проблема в том, что там гиганты, что если бы... Сука, у меня руки вспотели 8 раз, нахуй, там этих жуков, блядь, миллиард, там звуки какие-то, я там умирала, нахуй. А мы хотели тебя спасти, я хотел пойти с бумбоксом и сказать, иди на звук, иди на звук. Но, к сожалению... Нас прижал гиганта. Я пыталась спасти это. Но, к сожалению, Рекорд посчитал, что все-таки он не хочет становиться фаршем. Мы ментально хотели тебя спасти. Хорошо, хоть мы и рядом со мной были морально. Ментально, вот, да. Пошли на следующую планету. Да, на... Ой. Сука. Рекорд. Не уплатили за... Окей, главное, не иначе мы весь этот план потеряем. Нормально. Что случилось, Давид? Купи мне этот, вот эту игру. Как я люблю фразу, главное не умею. Ты мне 80 еще гривен должен, уже. Какой в жопу купи? Тебе кейсы отдай сначала. Осторожнее, трава. Там, вон озеро, прыгай. Да я уже плавал. Не стоит. И вот я плавал, вот там неприятно. Я тоже. Макс тут ловил пчел, помню. Не, ловил, чего я на прошлом, окей. Продолжает работать, если его дропнуть, умерев. Бля, у меня сейчас разрядится бумбокс. А если воду его дропнуть? Понесу его с собой, что мне, возвращаться на базу, что ли? Я вот тут его могу кинуть. У меня вот эта музыка качает. Вот так. Вот так, вот. Рекорд, ты не помнишь, как называется это? Прога через телефон, короче. Зум. Ты очень веселый. Что это? Хонг-хонг, тупо. А можно мне вот этот второй? Будем дуэтом, блядь. А барабаны будут? Барабаны? Там вот сейчас прибегут барабаны. Можно. Один Андрей пошел. Андрея сегодня не будет. Он наказан. Я бы не сказал, что это этот. Ничего. Это этот. Это был Грумс. Вот этот. Манюнь, ты прошел дом? Я... Мне чуть-чуть там осталось, грубо говоря. Я проехал 80 километров вот это на поезде. Мне ж нужно... Как я понял, вот этот... Я слышу, не для чего. А, микрочел отключают. Давай потом тогда поговорим, микрочел. Мы стримим.
Я слышу это. Слушай, пошли это отнесем. Ты ходишь с этой херней, блин? Отнес... У меня же уже ушивает. Ну где-то там ходит. Все, села моя срака эта. Здесь темно. Лафа кончена, вот так вот. Лафа кончена. А, это ящик. Смотри-ка, emergency exit. Вот это да. Здорово. Я нашел emergency exit. Его кто-то уже открыл, но не я. Он всегда открыт. Да, как это? А что для него ключ надо был? Где клаксон? Это самая главная вещь, которую надо занести на корабль. Все самое важное собрано. Где-то опять пропало. Мы опять ее кинем. Ну давай постараемся не кинуть вот это. Постараемся не кинуть, мне нравится это слово. Мне нравится именно вот эта твоя формулировка. Постараемся не кинуть. Ну типа можно, но давай лучше не будем. Она явно прыгнула в эту сторону. А, она прыгнула, ну все, поехали отсюда. Ну, она перепрыгнула. Ты точно уверен в этом? Я своими глазами видел. Если не вернешься через 5 минут, я газую. Блин, 5 минут это мало. Уняшек. Ты где? Арина? Я прыгать не буду, я не хочу рисковать. Я постою, послушаю вас. Там хотя бы горит то, чтобы я на голос слышал, мог уйти. А сейчас бибикать начнет. Ой, блин. А этот, смотри, этот в машине сидит. Слышишь? Знакомьтесь, высокопрофессиональный игрок в Lethal Company. А я слышу. Зарабатывает больше всех. Я слышу, слышу, о! Слышу. Бегу к вам. Не понял. Хонг-хонги просто. Мы два веселых клёна. Типичные заказчики. Так, все, надо перевыть отсюда. Давай, смотри, сейчас учись. Ой, да, ты справился. Опа. Все, побежали. Не туда, голова, туда, на второй этаж. А тут есть что, тебе этаж? Не второй этаж? А, тут еще лифт. О, мы выбрались, господи, вот бы так в прошлый. Сейчас мы обязательно кого-нибудь разозлим. Денежки уже в пути. Игорь, да? Например. Решаю вопросики, денежки уже в пути. Не хочешь подзаработать? Наш корабль. Хочу. Да, я слышу. Кто-нибудь живой есть? Ну, Кола сдох. Ого. Кола живой. В душе он сдох. Что, мы еще пойдем на вылазку? А просканируй комнату. Есть там еще что-то? Да, давай узнаем. А мы там двери не открываем. 8 объектов на 500. Ну, мало. Блин, и где эти объекты найти, правда? А вы находили этот фонарик? Фонарик там очень сложный. Я находил. Да, находили. Он особо там никуда не идет. А, ну тогда ладно. Он рядом с основным. Да, и проблема в том, что мы без фонариков там тупо запутаемся. Я вон тебя еле нашел. Шел на звук. А мы собрали много? Да, мы уже квоту выполнили. Мы уже квоту выполнили. А можем оставлять, а не все продавать, оставить квоту на другую квоту. О! Стоп, самое главное. 234. Чай. Ну тогда поехали. Рекорд. А ты еще дудку.
под дудку вот так вот. Да, дудку, блядь. Как-то не очень сильно. Ой. Рекрута не волнует. Самый скучный, ой, самый ленивый имплой. Почему у Арины другой цвет ника? Админ, потому что. Один день to meet profit. Блин, погнали, поехали. Мне надо карту выбрать. Так, мне еще один день надо. Ой. А тут волк. На его карту сегодня. Я знаю, вы любите туман. О, отлично, поймали. То, что надо. Может стоить очень неприятно. То, что надо, погнали. Нет, самое обычное. Один из объектов на 500, нет. Нихуя не видно. Фига себе. Да, папа. Слушай, ну я, конечно, думал, что туман будет густой, но не настолько. А, просто идти прямо. Ну, добро пожаловать в гороховый суп. Ого, давно там не был. А, сама первая карта? Нет, по-моему, вторая по счету. Я ищу лестницу. Или первая, хотя я не помню. Я пойду, да, на этот квадратный. Не, она обычная. Вот это я понимаю, организация. Ты что, со знаком ходишь? А ну стой, остановись, да? Стоп! Дай нам знак. Да, держи. Я дал нам знак, я нашел в движок в экипе. Давай, я захожу, ты бьешь. Только не меня, пожалуйста. Все, уходим отсюда, это чисто. О. Здесь на потолке могут быть страшные штуки. Я не хочу с ними встречаться без фонарика. Ну пошли отсюда. Это краб, который... А они типа молчат или что? Они молчат и висят на потолке. А, ты их видишь? Я их не вижу, но это темно. Ну если постараться, то ты их видишь? Так, если свет... Там свет есть, то есть там остается только хэдкраб. Есть одно чудесное средство, позволяющее их видеть. Я на пожар. Называется, сука, используй сканер. А, действительно, слушай. А чё мы реально не используем сканер? Я не знаю, я использую. Я думаю, здесь их нет. Да, в комнате один на один точно их нет. Тут внизу. Блять, как меня! Тихо! Это я манюню, если что, говорю. Понял? Мы 500 рублей сейчас накупим. Вы на рублей? Рублей? Ты шо? Ключ. Ты шо? Ключ. Ключ, 3 доллара. Что мне подсказывает, что мы сейчас сдохнем, пока... Вы, кстати, поняли, для чего ключ? Я нашел генератор. О, а, хорош. Вруби свет. Только если мы сейчас его вырубим, то это... Ну, у тебя лампочка зато будет. Готов бежать? Я не хочу подставить уняшек, как в прошлый раз. Давай я пойду ее встречу. Опять тут сидит, продали гейм. Да, это мы. Телефон, здорово. Остальные тоже. Хотя, блин, я сам запутаюсь, пока буду идти. Короче, знаешь, что я нашел в году? Mm-hmm. Я, короче, нашел объект, который отвечает за препятствия в подфайдинге. Там мне неинтересно, мы играем. Ладно. А я смотрю, как они играют. Я собираюсь творить дичь с подфайдингом. Ну, типа... Я не запомню этот путь. Я запомнил, пошли. Вот ты споруешь, собственно. Не, я не пойду. Тогда... Да, мне страшно, я не пойду.
Хорошо, тогда будешь вести, но пойдем вместе. Тогда надо у няшек пойти найти. А ключ продашь? Ну, его лучше оставить на закрытой двери, мы можем их найти. А где? О, смотри, пошли отнесем. Балабасы, пошли отнесем. Окей, тогда заодно посмотрим, где у няшек. Ай, блядь. Будь здоров. Плохо упал. Где? Ага. Вот. Так, ну у няшек жива. Что-то несет. Давай. Она, походу, в комнату нашла ссылку. Дальше будем сидеть. Она там же. Может, она своровала эту штуку? Вот тоже живой. Они вместе. Ядрать у них там лут. Ого. Пошли к ним. Как? Слушай, как я красный, давай ты иди туда, а я тут буду. Ну ладно, если что, ты как раз таки это отзовешь штуку. Да. А вас всех кину, понял? Я, может, сейчас нажать кнопочку? Как думаешь, Виктор, нажать кнопочку? Не надо. Ладно. У вас слишком хорошо все идет. Ну, хуже не будет. Сколько у нас тут бабок? 166. Надо медленный танец включить. О. Ладно, вырублю, я что-то охраняю. Ой, я же могу осмотреться. Ну, я в безопасности. Что ты, голова? Я всем даю знать, что я здесь. Пусть все монстры вокруг знают, что я сюда иду. Лучше дуэт. Смотри, как тебе нечего делать. Давайте стартанем без Макса. Я его туда просто отправил, знаешь, говорю, я постерегу корабль, сука. Постерег. Блядь, кажется, здесь всё ставят по полной. Вот гады. Я пошел пытаться найти, а вы? А чё ты не взял? Мы тебя не хотели бросать. Да. А, бля, я не могу. Ну мы, если что, тебя ждали до последнего. Да. Мы были в полной опасности. В абсолютной полной. Как же хорошо, что я все же решил вернуться, да? 354, мы бабки столько накоботили, просто я не могу, просто... Надо это... А карту поставили на продажу? Я говорю, ты что, деньги майнишь? Я майню, да. Давай продадим движки. И пиво продадим. А, у меня Hans Full. Пива не надо. За пиво тебе придется драться со мной. Hazard level safe, я тебе не верю. Вот, и еще один движок продадим. И по идее...
А, ну хватит тогда. А на сколько мы сейчас тут заработали? Все, я положил. 108. Не, ну капец, не подлез. 130, отходим. Большой болт. Big болт. Давай, так дядя. Болт продал. Жалко. Ой. Нам хватает? Вообще узнаем. Ровно 130. Боже, ну это профессионализм, я считаю. Ровно 130. Тупо по-пацански. Мы тут будут, видим, фонарики. Закупил. Даже пиво не пришлось весь, продавать. Весь ящик. Ждем. Все, побежали следующую зачищать локацию. Я покупаю нам фонари. Профессиональные фонари, да? Так. Уже кто-то что-то купил в Где? Я покупаю две рации, по два человека будем ходить, да? Подожди, а вы квоту потратили? Наверное, я точно не знаю, сколько это стоило. Она не тратится? У меня 6, типа, я не понял. Ну ладно. Давай заберем этот, там прилетели рации. Да мы уже забрали. А, забрали, да? Голова. Эти коршуны уже налетели, блядь, на добычу. Я ж только что рации купил, да? Две рации. Я еще купил. Они что-то забрали. Ну только что. Еще купил. А, вон. А, ну должны прилететь. Да ладно, пацаны. Он еще. Ладно. Розопас. Отлично. Одну купил, что ли? Две купил, ищи. Она в воду, походу, упала. Ну да, ну да. Не вижу. Неси фонарь. Нету ничего, нихуя. Не говорите, что сейчас вторая прилетит отдельно. Вот она, блядь, слепой. Прием, как слышно? Ты точно две купил? Второй, первый, это я, прием. Первый, я рад вас слышать. Я тоже вас слышу, а где прием? Прием. Это было. Все, можем улетать. Да, в принципе. Надеюсь, ничего на улице не забыли. Да вроде нет. Че мне звонят? Одну секундочку, мне звонят. Надо накопить нам денег и потом пойти на дорогие планеты по типу Титана. Ну да, умереть вместе. О, это наша любимая. Мы ожидаем головы. А чё вы мне свет вырубили? А вы меня лицо вырубили. Пошли убивать людей. Я беру фонарь, беру рацию. Себя, что ли? Рванули. Так, всё, высаживаемся. Control, так сказать.
Ну ок, будешь за нами следить, наблюдать по рации. Как думаете, по какой причине звук может отсутствовать на компе? Hazard level D. Типа уебищный hazard level. А что там по деньгам, просканируй. Ноль денег у нас. Так, нам идти тут. И купить тоже. А где этот кола? А? Он будет следить это за нами по карте и координировать. Да какое, пускай хина, вкляфте эти, сука. База, как слышно, прием. Слышу хорошо. База, выдвигайся к нам, прием. База, не слушай, ну, база, проход платить надо, все. Я Не взяла. А, ну пошли со мной. Давай. Следуй за мной. Туда мы не пойдем. Хорошо. Точно не пойдем? Я могу прыгнуть. Я боюсь. Ой, подожди, а можно я захуярить турель? Это знаком давай ее. Нет. Блять! Как должен мне стрелять? Но попытка засчитана. Сейчас, знаешь, за угол заглянем, там Макс валяется. Да вы это чё устроили-то, блин? Я на мгновение отошёл, тут уже стрельба, пальба, убийство. Смерть. Мы пытались это, знаком, турель обезвредить. Нас не получилось. О, биг болт. И два биг болта, смотрите. Вареник в кастрюле, база, прием. Вареник в кастрюле, повторяю. Так, мне надо выход, чтобы выложить болты. Ладно. Болт. Я могу тебя второй взять. Какой у него большой болт. Болт. Где? Здесь какой-то проход есть. Пойдемте, пойдемте. Нас надежно защитить. У меня места нет. У меня знак, я буду вас защищать. Впереди через проход есть турель, осторожно. Прямо за дверью. На этом турель, либо на этом нишку. Пушку надо. Прямо на первом этаже или на втором. Нет, на втором. Прямо по курсу ресурсов. А кто у нас тут? Господи. Сейчас знаком получим, блядь. Тут какой-то звук, блядь, что. Страшно? Мы прошли ресурсы или что? Да, ресурс прошел. На предыдущей лестнице есть, либо на первом, либо на втором этаже. Ну тут на втором этаже ресурсы, говорит Кола. Я звук слышу какой-то. У тебя знак, если чего ты боишься, ты его убьешь нахрен. Просто так. А вдруг не повезет? Ладно, я всех убью. Начну с Макса. У кого есть свободное место? У меня есть свободное место. О! Возьми тут водку. Пиво тут. Вот, возьми. О, ребят, здесь темно. Блять! Ну, не сижу по телевизору. Да, но Багарина немножечко убегала. Так, разве не нужно потери бойца? База, у нас потери, прием. База в курсе. База, приди за вещами, прием. Мы туда не пойдем. Так, мы откуда пришли? Мы с первой тоже пришли.
Пошли обратно. Пошли обратно. У нас места нет. Можешь вывести нас на выход? У нас места нет в инвентаре. Я не уверен, где находится выход, но если увижу, скажу. Господи, ты еще больше лута. Господи, да. И мы идем правильно или неправильно? Неправильно, мы отсюда, мы тут не были. Неправильно. Настроен противник справа. Позади, да. Это жук. Бордер. И куда идем? О, вот это правильно. Да, только я не вижу ничего. Свети мне. Тут же обрыв есть. Нам вообще на ту сторону. Не, не в этот вход, там чёрный вход есть. Так, вот тут турель была. Да, она спиной стояла. Турель дала еще один жук, если что. Где жук? Сюда иди. О, вот, да. Снимок вперед и направо. А может, давай в другую сторону? Беги, просто беги. Да я бегу. Там Фарикс... А, нормально. Да, Родзик. Это читерство. А чё, пойдём за ещё вещами или отнесём? А, ну отнести надо, у нас времени мало. Слушай, очень мало. Давай я туда фонарик выброшу, он дешёвый. Или что дешевле? Выброси, ладно, выброси. Я радио выбрасываю. Радио, ну, ладно. Кинь мне маленькую мелочь. Мне нечего кинь. Ладно, ща. На. Давай, я маленькую вещь беру и радио выбрасываю. А мы тут пойдем вообще? Да, мы пойдем. А, они прям наводящие. Друг, витаем, Энджайн. Дроп the type engine. Мой сканер не сканирует корабль. Бля, я потерялся, не могу корабль найти. Где корабль? Кола, ты корабль наш не видел? Я здесь. Я, кажется, убил Ариду. Возможно. Ну там пройдешь. Радио, кстати, не слышно, что ли, всем? Оно ведь слышно только мне? Да, я... Радио слышно только тому, кто держит его. Не, радио всем слышно, кто рядом стоит. То есть ты слышал? По-моему, нет. Я выбросил радио, у меня нет радио. Хотя, блин, у тебя радио было включено, поэтому ты, скорее всего, слышал. У Туарины не было радио, поэтому она не была в курсе, что там турель. Не знаю, да, я просто помню, что мы играли, и у меня не было радио. И кто-то из вас там что-то пиздел, короче, а я слышал, как издалека у вас двойной голос такой был, типа радио и это. Ну ладно. Это, скорее всего, либо трансляция, говорю, либо. Я походу ее микрофоне. Убил. И когда турель начала стрелять, я дверь тупо закрыл, она еще могла пробежать. Там уже 8, но мы не успеем забрать все, что было. А там еще был лут, это обидно. Мы много времени потратили, блуждая по этой херне. Там и бабки столько залутали, что, блин, в жизни не снилось столько бабок. Хорошо, что я еще радио купил. Да только вот не расходы их так много. Как дела? Вот так, Игорь, значит, да? Вот так вот, да? Да я случайно... Дверь перед лицом закрыл, да? Ты стреляла в нас! Что там оставалось? Да! Она стреляла! А ты могла дверь открыть? Будет такая ситуация, я даже задумываться не буду. Я сделаю то же самое, Игорь, запомню. Порежь, черт, вот самый страшный враг, сучки. Игорь. Я бы сделал для вас то самое умное. Сейчас это... Знак уберите! Черт, вы сделали. А пропустите! Пропустите меня!
Чуда. Так, скоро снова будешь. Ребят, станьте живым читом. Да. Окей. О, дождь. О, гроза. Если что, можно сменить, как бы, если вдруг хочется. Да ладно. Ты очень информативный рассказывал. Пошли, я нашел main entrance. Ой, блядь. Ой. Советую не использовать электроприборы, наверное, я так предполагаю. Понял. Рация считается? А я хрен его знает. Ну, я... Типа... Меня вроде пока не хуярит. Это ж типа электромагнитный сигнал, вся хуйня. Нам наверное. Баба. Так, подъем тут есть? Так, куда тут делись? Меня бросили. Не стыдно, выбросили меня. Не будь слоупоком. И тебя не будут бросать. Или, а ты добрый, конечно. Ай. Сука. Как говорит мой батя, естественный отбор. Я этот раз у меня все получится. Нихуя бахнуло прямо у меня за спиной. Да чего так агрессивно, так злобно и так страшно? Я не буду идти по вагончику. Ты еще его молнией ударит. Я живой. Они уже лутаться начали. Первый, я на месте, прием. Понял. Классный тупик, мне нравится. Вот где-то тут вот под нами как будто мина. У меня мина. Лутай ее. Нашел. Надо переучить назад налево, и там есть ресурс. Прямо по курсу ресурс. Противников пока не вижу на карте. База, дверь F2, открой. Вот чёрт. А ну пофиг. База, нашел пожарный выход, прием. Хорошо. Прием, а где пожарный выход? Где-то в конце. Прием в конце, говорят, прием. База, закрой дверь F2, прием. База возле двери F2, два насекомых убьют. Кого-то слышу. Прием. Жук, своровал предмет. Не вижу на карте их. Если своровал предмет, бей его и забери предмет. Прием, сейчас, мать, да. Фига, ты добрый, конечно. Жук впереди, там, он стоит. Два жука стоят на вещах. База, мои жуки уже ушли или еще нет? Рекомендую не подходить, а, вас уже кусают. Я толстый, понял. Дофига стоит. Мне так нравится это слушать, просто там такие что-то тогда. Двери в два ничего не закрывают. Мамочка, забери, а уже там ее. Я на 42 противника строю. Ёб твою мать, пошел в жопу. Я так понимаю, это этот. SCP со скулой. Пожарного выхода ублюдок стоит. Слышь, не подходи, прием. Пацаны! База, я да, на пожарном выходе. Пожарный выход, если что, позади. Юкс. Не советую туда подходить, ребят, прием. У нас 173, блядь. А че у пожарного выхода? Этот 173 тусит прямо у пожарного выхода, прием. Так, не будешь, не убьешь. Да мы видим, блядь!
отсюда. Да, это приказ, идите в другую сторону, прием. Посмотрите на него осторожно и идите назад. Вот в сторону, где Нимакс сейчас стоит. Ой, не Нимакс. Да, Нимакс. База, веди меня, прием. Рекрут тебе налево. Главное, смотрите на него и все. О, спасибо, а, блять, все, там все. Мина была. Нимакс живой? Нимакс взорвался, походу. Блять, он задом шел и на мину напоролся. Лучик, иди назад, поворачивай направо. По-моему. Главное, жопой. Тупо взорвался, пацан! Иди вправо. А теперь что было втыкать? Помнишь, где примерно выход? А, или он там впереди находится? Не помню. Куда дальше? Помнишь? Нет, не помню, я не смотрел, куда идти. Я шел от этого типа, потому что мне страшно было. Обходи, обходи его и иди в ту сторону, куда сейчас пришла. Там в коридор. Если там не... А, там конец, да? Там тупик, прием. Хорошо, обходи обратно. А там еще кто-то стоит. И там не Нимакс. Там Нимакс мертвый. Нет, там еще кто-то стоит. Их кто-то тащило. Сейчас, короче, все пройдут. Удар! Не налево. Задом иди. И справа вроде выход. Теперь осторожно с вещами, потому что штука. Если слышишь электричество, выкидывай все вещи и беги. Он не туда идет. Туда, туда. Да? Корабль левее еще находится. Эй, блядь, я сейчас пойду заберу вещи. Они могут сейчас распасться, но уж как побежать попробуем. Они распадутся. Меня ничто не распадется. Ну, уничтожаются они. Радио ж, да, нормально, я не умру, если радио у меня будет работать. Как только слышишь электричество, скорее всего уже все. Выкидывай быстро и беги от него. Я вырублю его и оставлю тут. Да? Давай я их тоже уйдем. Сколько время? 7 так. Часов. Это куда мне надо идти? Подожди. А ты где? А где? Ой. А куда кола делся? А я в корабле. Хорошо, куда мне идти? Тебе... В ту сторону, в которую мы смотрим сейчас примерно. Да, просто туда и все. Чуть-чуть правее, вот туда, вот, вот туда. Вот туда. Понял, сейчас найду их. Бля, сейчас красные точки появятся и меня раскромсают. Видно, ни хрена, меня сейчас убьет что-нибудь. Я лучше вернусь. Если меня молния не убьет раньше. Она тебя убьет, наверное. Сейчас, я... Жалко, трупы просканировать нельзя. О, нашел. Значит, сильно мало что известно. А, блядь, не успел выбросить. Что это случится, Игорь? Я колесико не в ту сторону покрутил. Я ж думаю, что я кручу на себя, и оно, значит, вертится вправо, ты, кстати, типа. Ты, говоря, судя по всему, все равно бы умер. Там гигант возле тебя сейчас кружит.
Сука. Да, парень, а я просто что-то смотрю, оно ударило током. Я подумал, ну и хуй с ним, короче. Подбираю следующий, слышу. Бзз, я начинаю вертеть колесико, оно не в ту сторону мотается. Это так бесит. Почему тут на цифры нельзя предметы, ну, слоты инвентаря выбирать? Это так было бы хорошо. Это очень неудобно. Типа слоты инвентаря. Мне нравится, как Рекус скомандовал, закрой F2. По сути, оставляя там всех остальных вместе с насекомыми. Прекраснейший тиммейт. Блин, у нас предметов же не хватит, чтобы нормально закупиться. Да, да, потом выходит из пожарного выхода. Ну там у пожарного выхода манекен. Можете мой фонарь. Голова, ты знаешь, что он двигается уже к другим, когда ты от него уходишь? Не понял. Так, вверх это вправо, знаешь, что манекен начинает двигаться влево к другим, когда ты от него уходишь? Интересно, тут можно? Там не... Не знаю. Как мне... Управление... Нельзя. Вот это меня так бесит. Я хотел, короче, отразить колесико, чтобы если я вверх мотаю, то оно мотало именно влево, а не вправо. Потому что это меня убило уже несколько раз. Меня бесит то, что на кнопочке нельзя. 1, 2, 3, 4. Тоже такой, блядь, зато танцевать можно, блин. Включай ее. Отлично. Ну, видимо, как я вижу, у Арины будет радио, Кола у нас опять будет держать это умерла. А, не подожди. Это вот только у тебя только радио ставить? Не у кого-то еще было. Там все, мы потеряли все ценные радио, вот, в шкафу. Вроде оно есть. А, во, вот пусть Арина будет с радио. Да. Смотри, пчелы, можно своровать улей. А это не пчелы. Не надо. Я на это не куплюсь, блядь. Я хочу пожить хотя бы. Так и не хотите легко заработать? Легко заработать, да. Насколько там легко заработать? Ты знаешь, сколько стоят кошачьи соты, блядь, кошачьи, говорю, пшеные соты, сука. Там мы просто играли в игру Балабера, а там был куриный суп, я подумал, что это, сука. Я пойду налево. Володон, чё там? Блин, сейчас бы поиграть. В СЦП. Мультиплайер. Так они сейчас и играют, читай, в СЦП. Не, в Secret Laboratory. Около раз у меня. Ты же знаешь Secret Laboratory? У меня радио, кроме тебя. Да, знаю. Да, я в него играл. Вот кто опять видит? Я в него играл, все идеально. Блин! Я падаю, блять! Куда? Куда ты падаешь? А, нет, все нормально. Чё тут так темно? Я выключу. О, я пошёл. А, там ничего нет. А, нет, там есть. Ключ. Нашёл ключ. Он нам нужен? Думаю, да. Первый нашёл ключ. Приём. А, тут ты сейчас радио включи. Ты первый или база? А ну, блин. Нашел пожарный прием. Внизу под лестницу. О, блять! Там есть. Бу! Иди, пожарные, слева. Я тут не скажу, что мог быть. Так это не главный ход, это пожарный выход. Это разные вещи. Давай сразу до корабля его. Нифига у тебя эхо, как. Ты что, упала? Да. И что, больно упала? А ну, мне вы сейчас стоите там. Пол ноги сломала. Не понравилось, да? Ну, немного неприятно. Пошли, отнесём, я же. Слышь, пошли, я фонарь заряжу. У кого есть ключ? У меня есть ключ. На ключ, я фонарь заряжать пошел. Бля, дай хотя бы рацию оставь мне, пожалуйста. А я ещё её тоже заряжу, пошли, все вместе. Пошли и Нимакс зарядим.
Нимакса зарядим. Плута около. Зарядим. Да его уже зарядили в прошлой игре электричеством. Да, да. На главном входе 6 кусков предмета, не забудьте. Какая офигенная зарядка. Я там закрытую дверь нашел. Я могу раз. Высокотехнологичная. Бля, а че он включился? Он не должен быть включен. Big Bolt Collected. Big Bolt, да, вот так кенный болт. Почему это звучит мемно? Потому что тут все пропсы, это мемы сплошные. Я двигатель нашел. Он движок. База, я нашел двигатель, прием. Почему двигатель сзади? Взял чужой двигатель, присвоил себе. База, двигатель нашел реплику, прием. База, ищу 6 кусков лута, прием. Да, я тут заход, вижу, как я буду показывать. И вот впереди есть пройти, там еще есть комната и заголовок. Перекличка. Все тут. Знаешь, тут SCP страшный, здесь страшный. Огурчики, осталось пиво найти. Да, огурчики, блядь. Верни мне огурчики, все мое, блядь. Захавай, захавай. Вижу жука, прием. Блять, Макс, давай сюда! Ты урод, блять! А че ты остановился? Ты дверь закрыл! В сегодняшнем эпизоде рекорд теряет всех друзей! Вот так! Нахуй ты его открыл? Он ты его здесь попал? Справа дверь, я ее закрыл за ней, скучно. Я пошел отсюда. Пускай села! А че, они тупят, что ли? Он ключ, блин, охраняет! Не трожит ключ, он не будет агрессировать. А, то есть... А, ему типа похуй или чё? Он не агрессивный. Тихо, Макс, 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 пизда тебе. Бля. Тебе пизда, Макс, уйди оттуда. Денежка капнула на стим. Давай дышки отнесём. Пошли, не, не, что не, там, не, что там да, было? У тебя под ногами клякса была огромная, злая клякса на тебя была, прям под ногами, ты прям в ней стоял. Короче, Максон играл в Changes. Вот, ты чуть не получил катсцену. Угу. Бля, там дверь была закрыта, обидно. Чуть не стал бойкисером. Ладно. Здорово. Здорово, Макс. Здорово. Чуть не стал бойкисером. А относить кто будет? Ты. Да я лутаться хочу. А, вон она. Вон где-то клякса. Да, она переместилась, слушай, ее там не было. Она двигается потом постепенно. У нее, кстати, в бестиарии буквально написано: уровень опасности 0, если вы умеете ходить. Уровень опасности 0. Это про кого? Про очень неприятную... Это про кляксу, в которой Макс стоял. Что за кляксу, в которой Макс стоял? Вот. Черная, это агрессивная клякса. Желез с этим, с подлидлом. Подливой. С подливой, да. Чтобы знать, мне нравятся фоновые звуки. Короче, ладно, так, на что тут сегодня? База, я нашел, база, я нашел съехавшие текстуры, прием. Прием! Зачем тебе съехавшие текстуры? Блин, тебе... А, бесплатные выходные в CG, прикольно. Что-то заспавнился, у меня игра подфризанулась. Игра подфризанулась на RTX 3070. А наверху мы были? Так пойди выложи на выходе, чё ты с движком гоняешь? О, здесь это Fire Exit. О, там пошли. Мы здесь будем. Пошли через Fire Exit, идем. Там Fire Exit и... Там мы были. На карте больше ничего не видно. Можете возвращаться. Ну, напрямую пойдем. Все, давай, по второму кругу экстренный спуск. Опа! Ну, Макс. Я сейчас ворота, главное, посмотрю. Не оставил ли Макс там ничего вкусного. Ну, я там не оставил, там Макс Шимков что-то говорил возле входа, если его не забрали. Мы все забрали. Да.
Туда уезжаем. Успешно все забрали. Улетаем. Мы выиграли тупо, блядь, изи. Надо просканировать, кстати. Червь. Не бегай. Где? Не бегай. Он прямо позади вас. Он с под земли будет вылезать. Заходите куда-нибудь. Либо в корабль, либо на железку. Чтобы он вас не съел. Подожди. Фух. Все нормально. Осталось 5 предметов на 400 насрали. Рублей. Фига, Дрожь земли. Мы смотрел молодцы. Фильм? Ну, считай, да. Ну все, поехали тогда. Вот изи, на пас лаван доступа. Я сегодня раз уже я... вот это было. У меня уже 150 рублей. Пока. Давай. Мы никого серьезного даже не видели. Да, у вас прям пизда гладь. Пока что мы самый серьезный противник, это Игорь, блядь, который дверь закрывает. Да реально, блин. Мне так что понравилось, как я просто машу во все стороны, тут Макс подходит, я по голове банк делаю. А в корабле можно убить? Игорь, надо уходить за 2 метра, блядь. Можно. А, все, можешь не проверять. Летим на компани. Ай. Для профилактики, блядь. Давай еще. А, нет! Все, не надо! Не надо! Это оно просто неуязвимо было. Когда у тебя пинг под 5 секунд. Я просто бью, это слышу такой. Козьёль. Смотри, просто для меня следующий удар лопаты будет летальным. Огромный сральник. Ну мы же летальная компания. Да. Уже имеет смысл. За сохранность своих сотрудников и не отвечаю. Сколько там квота было? 230, по-моему. Подожди, дай гляну. 251. Там хватит. Сейчас узнаю, сколько продалось. Что это? Это то, на что они работают. Наниматель наш. Это у няшика съели, да? Знаешь, почему я не удивлен? Не очень вкусно. Слушайте. Она говорила не бонка, если бы... Я предлагаю... Достаточно интересный лор у этой игры. Советую, читайте терминал. Нормальные фонарики нам хватит? Хватит, смотри, у нас огурчики есть. У них есть огурчики. Огурчики. Люди делятся на два типа. У этой игры интересный лор. О, смотри, огурчики. Делятся на три типа. Третий тип это бумбокс, да? Да, третий тип это бумбокс. Пиво. Пивасный. Пивасный тип это Дипрок Галактик. Лутяра. Дипрок Галактик это Майнкрафт, из которого убрали все лишнее. Надо открыть как бы капсулу, сюда на Майнкрафт, из которого убрали Майнкрафт. Не, это Майнкрафт, из которого убрали крафт. Это что, лестница, как в Death Stranding? Да, начал убивать. Прикинь, да. А, реально. Забавная фигня. Все, полетели. Там все забрали. А, подожди, полетели! Там вещи. Еще вещи. Да, я вроде взял вещи, но посмотри на всякие. Так, я думаю, что это время. Время, чтобы пойти в цель. Ну что? А че еще купили? Луки-толки. А не, он не сдохнул ничего. Так, ну я думаю, я пойду. Давай. Да, удачи, чтобы не сдохнуть. Ну чё, улетаем, всё? А дверь открой, бля. Let me in. Я говорю, сегодняшний эпизод называется «Как рекорд потерял всех друзей». А ты уже здесь, я думал, мы улетим. Артур, вот, блин.
Ай, блядь! Мне так нравится, блядь, этот звук. Смой, бессмертие ушел. Теорину ударил. Тут в бессмертии теперь. Тебя нельзя убить теперь. Я тоже сломал. 361 квота, ты мы уже выиграли, смотри. Мы уже, блин, выиграли. Все. Нам можно ничего даже не искать. У нас поднимем 65, классно. Продолжаем. Обычные луны. А что, есть необычные луны? Куда по. Ты уже выбрал луны? Да, Шуранс. С. Куда выставимся? Арина будет в автомобиле сидеть. Есть луны, которые стоят денег. Круто. Луняшек. На них тебя ебут уже не бесплатно. Рекрут. А что такое глубина резкости? Буквально глубина, на которой резко становится. Насколько далеко все от тебя будет размылено? Или наоборот, насколько далеко от тебя все будет четким? А тут одно из двух. О, да, я тебя сканирую. Я улей нашел. Это постэффект для людей, у которых прекрасное зрение, но они хотели бы себя почувствовать очкариками. То есть его выключить или включить надо? Ты можешь выключить, в принципе. Хотя нет. Подожди. Я не знаю просто изначально, насколько резкая игра. Размытие объектов на фоне выглядит тут круто. Тут нет настроек графики, голова. Но толку ноль. Тут нет настроек графики. Да, этот Манюнь спрашивает, что такое глубина резкости. А, понятно. Уняшек ты где? Я бы хотел бы переработаться, но там много плохих дядечек. База, нашел улей, будем лутаться, заработаем сегодня, прием. Мед будете продавать. Метадон будете продавать. Метадон, да. Нашел закуску к огурчикам. Ого. Метадон. База, я захотел пиво, прием. Может в магазин сходить? Прием. База, слышу злые звуки, прием. Не вижу у тебя противников пока что. Запомни тебе одна вещь. Ищем одну вещь. Между дяди. Между коробками, я не знаю, что это. Нимакс осторожно рядом, турель. Спереди турель. Она тебе не видит. А возле меня кто-нибудь есть? Противников не вижу. Я просто звуки слышу. Может быть на другом этаже, но на этом нет. Есть только турель. Турель. Если ты пойдешь прямо и направо, я слышу демона, слышишь, демона? Слышу монстров. Ау! Ау! Что это за звук был? Если пойдешь направо сейчас. И налево назад. Ау! Где этот злой звук? Ну вот тут небольшие проблемы тут есть. Ау! Где злой звук? Сейчас открою. Открылся, но... Бля, тут нихуя нет. Там нихуя нет.
просто самая полезная вещь. А там фарик. Понял. А у тебя есть шмотки? У вас есть лишние? Я могу. Да, есть место. У меня нет места. У меня два лишних места. Кола, ты говорил, где тут есть предметы или мне это показалось? Куда идти? Такое хорошее местечко. Давай сюда пойдем, поприкол. Давай, поприкол. Я тебе сейчас поприкол столкну отсюда. А, тут это знак стоп. Отлично. Че, нет чего, офигеть? Я уже продаю. Это походу выход. Но мне надо фонарь забить. Да, у нас по времени. О! Я выход где-то здесь находила. Я нашел сервер. Здесь я нашел тупик. Ну, все, что я нашел за все это время, это болт один большой. Это всратая планета. Положим его на всю эту миссию. Всратая планета, да, надо на нее положить болт. Да, всратая. Большой такой вот болт. База, мы нашли болт, мы решили его положить на всю эту миссию. Отлично. А там что есть? Отсюда я пришел. Что-то тут вообще ни о чемная планетка. Да, что-то зажимательный нам ресурсы. Осторожней турель. Да, я тоже слышу. Знаете, турель рядом Игорь, как-то мне это не нравится. С стороны турели ничего нету, говорит Кола. Ничего нет? Обидно. А вот за турелью были? Но он говорит, там ничего нету. За турелью только спуск не мог, я не знаю, что у нас спуск. Уходим. Блять! Живой. А куда идти? Стальной спиной все впитал. Там ничего нету. Там везде тупики, вроде стоит. Все. Можете возвращаться, главное. Веди нас, прием, мы уже нашли выход, прием. Да, да. Ого. Я там тупик не могу, там больше ничего нет. На круге не видно больше ничего. Да, я просто проверю, иду на выход. Возможно, на выходе на другую сторону, типа проход там. Че, пошли отсюда, а то у нас помойка вместо планеты. Классная планета, столько ресурсов. Вон ресурс валяется, забери. Я хочу даже просканировать, сколько там предметов осталось. Я думаю, там говно осталось. Осталось какая-нибудь 3 база 30 рублей одна. Ну, если Хонг-Хонг там будет, то надо бежать. Вон, блядь. Здорово. Я же говорил, парни, сука. Пацана. Это большое чековское ружье, я говорил. Я на все-таки стрелю, блядь. Дата-чип, слушай, знаешь, давай заберем дата-чип. Да. Вы хотя бы мои вещи заберите. Потом заберем. Нет, я туда не пойду, блядь. Мы и Ули заберем. Кола сделаем сюрприз. Если что, через Нимокс там корабль. Там, сторону. Вот если на карте есть пчелы, они обязательно загрутся и ебнут кого-то. Это так работает. Прямо идти. Можете у Нимокса забрать вещи. Да, заберем. Только уже в 7 часов вечера сейчас появятся монстряки. Не-не-не, ты заберешь, я не пойду туда, блядь. Я не хочу рядом с... Нет, я не пойду. Даже ради него я не хочу пасть рядом. Как в прошлый раз, да? Да. А где корабль? Да вот тут он есть, мы обошли, мы сделали крюк. Сейчас, я просто не вижу в темноте ни хера. У меня что, радио село? Кола, веди меня, прием. С тебе прямо. Судя по стрелочке. Пизд...
встал. Куда закопался? Хоба. Я должен добежать до базы. Не получилось. А что тебя убило? Я даже не видел. Меня глубокая глотка убила. А, тебя сожрало, да? Да, он три раза промазал, а потом такой, типа, я, блядь, реванш, короче. И догнал меня, через гору перелез. Ну, пока тебя видел, ну, бля, обидно, обидно. Теряли вещи. Так хуйню. Если, конечно, уня. Смотри, 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 смотри. Нихуя себе хуйню. А, он... Я понял его прикол. Он слепой. Он слепой, да. А я пиздюшу. А я пиздюшу это бегу. Игорь. Игорь. Он мёд. Это мёд, говорит. Игорь. Это она зря. Ой. Я мёртвый. Помянем. Мгновенная смерть. А что, взорвалась? Какой вкусный чай, блядь. Что, взорвалась или что это было только что? Я не знаю. Сожрал этот червь из дюны. Да, я побежала, мне страшно стало. Я просто слышу, как Игорь такая блу-блу-блу. Честно, херня, а не планета. Уебищная планета без лута, еще и с монстрами. Еще и сдохли втроем. От жизни, блин, меня от говна сдохли, причем. Гребаный улей. Убили какие-то дерьмо-демоны, я не могу, блин. Зато грейд А. Как демоны, блядь, из Дума. От жизни меня просто отделил один улей, просто. Один улей, блядь. Тебе убил улей. Я говорил, надо было его сразу украсть. Надо было его сразу. Я вообще ставил на то, что Арину убьет собачка. Неожиданный поворот сюжета, да? Угу. Не, более ожидаемый был тот, что я это убил. Понятно. У нас денег еще хватит? Я сейчас слушаю, Игорь уже не отзывается, блядь, я уже поняла, что его тут с нами нет. Я просто смотрю, Игорь. Я что-то не знал, что он уже умер. Просто. И чувак в спектаторах появился третий. А против меня как бороться? Не двигаться? Ну я так понял, что... Фонарик есть, че? Ого, нифига фонарик. И зеленые запасные есть. Мы приехали? А мы уже приехали? Да, мы уже почти приехали. А, пусто. Че это за стоны, блядь? Мы уже приехали? Мы уже приехали? Осел! Очень похоже. А мы уже приехали? Мы уже приехали? Мы уже приехали? Сейчас мы не умрем. Да, я взял тебе разновой фонарик. Где улей? Я хочу улей. Ё-моё. Хочу два пива на старте. Ни одно до базы не донесли. Главное, будет чисто, противников нету, вещи есть. Я пошел на форест. А я пошел нахуй. База, я нашел лампу, прием. О, это бесплатный фонарик. Не, это про лампу, батарею. А, бесплатный фонарик. Ну, хватит. Это не тот фонарик, который я говорил, тут есть другая лампа настоящая. Подожди, стой. Стой. Их тут две? Окей. А тут, я так понимаю, батарея. Две? Одна. Это та же или их тут две? Да, та же самая. А, окей. То есть ты круг сделал. Мне шпатель. Если что, и Макс, у входа есть, прямо у входа есть лампа злая. Злая сторона. Не так. Я здесь шмотки. Я нашел какую-то фигню, судя по всему, своего рода генератор. А, ну это щитовая, да.
Нашел своего рода генератор. Так своего рода забери его. Его нельзя забрать, он прикручен к стене. А, это веселая штука. Длинный коридор. Почему сам включается? Ты второй, это база. И заходишь в комнату, там внизу тоже есть вещи. Че там звуки? Я там нашел еще одну закрытую дверь. А давай рапорт. Ключ нужен. Да, у меня есть ключ. А, пошли. Давай. Открывай. Ой, а вот. Я все думаю, ты про железный. Ой, что это, где это мы? О, Фарекс, здорово. Привет. А мы тут. Тут где-то Уд был. Куда? Вот там вот дальше, говорю, у кого есть Уд. Очень много. Это дверь закрыта, тут сверху можно. Да, вот в этой огромной комнате два кусочка Уда внизу. Тут Уд есть? И да, он говорит два кусочка. Стоп, блядь. Два ящика. Да. Все, грядили на это. Опа, болт. То, что я хотела. Большой болт, не просто болт, а большой. Да, да, большой болт. О, ключик. О, открыл. Я выжил. Дерьмо случается, очень жаль. Там есть за ней что-нибудь. За ней один кусочек болта. Еще есть болт один, да. Мне бы покушать. Так покушай, чё ты голодаешь? Как оно бесит. О, патроны. А зачем? Мне оружия даже нету. Отлично. Почему тут поставили контроль, а не на букву С? А можно кто убрать? Всё понятно, база, родился я во времена. База, я полный, выводи меня. Прием. База, я полный. База, у меня есть один лист металла за 19 рублей. Здесь в этой еще комнате, если кто-то еще не полный, можете забрать кусочек лута внизу. Тут и где, я иду нигде. База, тут, блин, жижа, прием. Да, жижа. Так, так ты его забери, она ж тебя убьет. Не обходите. Что за жижа? Ага, мы, нам придется жижа. Входить. Жижа. Нам придется входить. А мы ее обойдем? Нашел ключ. А, смотри, смотри, у меня есть план. А вот это план, а смотри, вот смотри. Нет, смотри, смотри, у меня есть план. Вижу, что. Смотри, просто по тактике. Ты умрешь сейчас. Не-не-не, сейчас заебись будет это дело. Смотри, 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 да, вот нереально пока. Ты хочешь перелезть, через перила перелезть, что ли? Да. Луняцы шарят фишку. Иди сюда. Смотри, сейчас мамочка покажет, блядь, мастер-класс. Нет, нет, нет. Блядь, просто отбирали не... этого бога. Я застрял! Что тут произошло? Это, знаешь, вспоминается восьмой гамак с его прекрасными застреваниями в углах. Да, чувак, это... Ой, сука, не-не-не. Плохая была у Луняшика идея. А чё я пытался тут перелезть, там дверь была? Понять бы, как выйти отсюда. Сука! Игорь, мы тебя не закупим. О, да, блядь! А он, сука... Плохое место. А он открыл. А мне кажется, я в тупике. Мне кажется... Чё, я понял, сейчас... Что у меня есть ключ? Макс так что сам не познал чуть мою ошибку. А как, блин, Луняшек залезла, а я не залез? Лучик, осторожно, есть противник. Насколько я подозреваю, коллизия не ровная, а буквы Г. И считай, вот под эту букву Г залез. А она усывается там сидит. Сука, чтоб тебя червь съел. Ммм, чай. Я хочу еще раз напомнить, что в бестиарии эта хуйня подписана как уровень опасности 0, если вы умеете ходить. Но я умею ходить, я не умею, блин, драться с коллизией, понимаешь, в чем проблема?
Я тупо застрял. Нет, ты не умеешь ходить в этой игре. Там еще на лестницу, по ней проходят. Я тупо в стене застрял. У меня есть память о игре, это его рация. Вперед, налево и... Бегом вперед, и там... А им придется еще большой фонарик забирать. Можешь вернуться, здесь движок на входе. Ну ты не смей смеяться, я им сейчас экстренную эвакуацию объявлю. Большой болт Игоря, блядь, рыба Игоря и рапа Игоря. Слушай, что ты без них? А большой фонарь Игоря никто не забрал. Большой болт Игоря принесли, теперь их принесут Игоря. Кстати, что интересно, так у трупов я вроде как вышел, не видно кистей. У трупов не видно кистей и ног. Или это мне кажется? Да у них, блядь, рагдолла не видно. Ноги где-то там остались. Ой, тут плохой человек. Этот коллектед. У входа в непосредственно эту Fire Exit там находится движок этого типа. Хорошо? Да. Чтоб тебя, сука, тараканы съели. Не, ну Игорь умер красиво, конечно. Я не забуду. Чтоб на тебя эта цистерна упала. Вот это прям бум такая и перевернулась тупо на бок. Чай. Чтоб тебе чай и колени все залили. Ребята, мне сейчас уже уезжать надо. Так, я сейчас... Мадам, я жду. Так, я просто вот так вот сделаю. Игоря забрали с собой? Да, да, я уже дотащил его. Чудо мне умер. Чудо мне повезло, что там был ключ, иначе я бы присоединился к Игорю. Игорь. Перепрыгнуть можно было бы, наверное, я не знаю. Ну, без понятия. Мы тебя откачаем, Игорь. Еще уронили меня. Что это за отношение к покойным? Я тебя убью. Убью тебя своими руками. Я сделаю тебе бонг. Я этот бомбок, сука, тебе в жопу засуну. Буду танцевать. Положи к нему бомбок. Сейчас встанет. С бодуна, блядь. Наша получится громко говорить. Одного хил рекавер. Я нам это прикол восстановил. Нет. Подожди, прости-ка. Игорь, ты сам не вини меня в этом. Я застрял, сука, в стене застрял. А ты мой фонарик золотой крутой не забрала. Зато забрала радио. Я все забрал. Даже золотой. Даже золотой фонарик. А бумбокс. Че, мы приехали? Мы уже приехали? А, да. А вы сейчас приехали? Мы уже приехали. Уже приехали. Восемь ноль два утра. Что там в районе 1000 будет, но все. Понял. 12.
пытаются найти какую-нибудь. На входе есть какая-то страшная штука, но она за дверью. Я слышу. Прямо напрямик на двери, и там это ебак стоит. Я слышу. Еще одна какая-то ебак впереди. Докладываю, база, это большой паук, прием. Прием, я точнее слышу прием, да. Тебе, блядь, зеркальце. Смотри в оба, да? А, это зеркальце или лука? Я думал, что это лука. Что тут происходит? Судя по звуку, Макс... Я ставлю, что это лука. Я говорю, смотри в оба. Ребят, я вижу. А что именно убил паук? Возможно, еще один паук. Дверь бежит до 6. Там никого нет, но за ней. Нет, круто открыть. Говно планета, я просто не могу войти на пол. Там паук, это Кит Кемпер. Мы все тут внимательно осмотрим. Ай, блядь, это не... Еле. Помянем. Ну, значит, я пожалуй, к ним воздержусь от того, чтобы идти. Типа стелс-паук какой-то. Говорит, тебе идет паук, я ни звучка не слышу. Тишина мертвая просто. И я мертвый тоже. Ну, по мере возможности. Где, куда мне примерно... Второй золотой фонарь просрал. Да, прямо, прямо идти. Ровно прямо. И вот корабль. Рекруту фонари не даю. Ну это просто вот абсолютно ужасная планета. На входе паук, там у них тоже паук. А, правильно. И они просто твари еще не убиваемые, эти пауки. Даже если бы мы да, знак забрали. 4-5 ударов надо на нее. Ага, ему всего 2 или 3. Рекрут, я скажу так, тебя убил не паук. А кто, хиткраб какой-то? Налетало. Нет. Паучок ж. Ну пошли подавать. А что нам хватит? Убило? Что-то новое? Должно, наверное. Ну вы эту хуйню уже встречали. С виду похоже было на паука. Ну на лицо село мне и сразу убило. Как будто хиткраб, только который убивает моментально. Ос. Как будто хэдкраб убивает не моментально.
А, нет, краб не моментально убивает. Он та черная хуйня. Это была черная его хуйня? Его теоретически сбить надо. Так подожди, на нее же, ты говоришь, на нее нельзя смотреть, так я на нее не смотрел, я ее даже не видел. Я никогда этого не говорил. А, тебя черная белоглазая фигня съела, тут я не знаю. Я хер его знает, я его даже не видел и не слышал. Мне там Макс говорил, насколько я понимаю, насколько я понимаю, смотря по летсплеям, на него можно смотреть, но можно смотреть только в компании. Слишком сильно смотрели. Смотрим компании. У него там какой-то странный ИИ. Эта штука любит охотиться из-за спины. Меня черная хуйня никогда не убивал, я просто не смотрела в стан. Еще какой-нибудь один предмет. Я не суицай, все четыре. Там же 350 квота или сколько? 360, да, по-моему. Я чадик. 360 продам. Квота. Я не могу нажимать. 270. У меня звоночек не прожимается. 364, о, все, достаточно. Как раз норма. И не, пока не откроется, надо звенить. Я не могу звенить, у меня хитбокс. Да не подходи. Давай я ткну, у меня хорошо. Да не подходи, блядь. А, тут это херня не нажимается. Да, вообще нет. Судя по игре. Офигенно мы, слушайте, положили эту шестерню. Ну, сейчас, подожди, скилл. Опа. Бессмертный, я уже все, понажимал еще, мне этот звонок. Еще не открылось еще. Открылось. Пошумим. Второй золотой фонарь просрал, кстати, в курсе. Ну ты мастер просирания фонарей. Да меня убила срака, я что, виноват, что ли? А что будем покупать на эти нереальные деньги? Судя по всему, волки-толки, которые мы просрали. Так, блядь, ты за базаром следи своим. А куда ты выкладываешь? А, мы тут будем? Ну, ты, знаю, где блин, оно мешает с остальным рутом. А ну давай, назови. Ой-ой-ой, вертолет, кроме города, хоть что-нибудь. Ко мне пришла. А, хотя нет, подожди, не надо, не называй тел. Ты же мне клавиатуру отправлял, чё. Почему ты себе порох перевел? Что получится? Уголь получу. Ну прикольно. Впритык. Фига себе, реально гранат. Две гранаты, йоу. Типа их взорвать можно? Ну только не здесь желательно. И они не осколочные. А оно нам пригодится вообще. Можно там гранату одну? На. Только не зови эту, пожалуйста. Ой, блядь. Что это за ловушка, блядь? Ловушка рекрута. Блядь, ловушка рекрута. Эго, ты плохой человек. Реально, блядь, меня больше всех убивает. Я как потерять всех друзей сегодня. Полетели. Я сейчас огурчики твои продам. Нет, только не огурчики, блядь. Может, мы можем что-нибудь еще себе полезное купить? Телепортер. Повысит нашу выживание. Не, телепортер нам дорогой. Телепортер дорогой. А что можно купить? Ну вообще этот пистолетик будет. Серьезно, мы лестницу купили. А кто лестницу купил? А, по скидочке. Чего, блин? Зачем она покупается? Да, телепортер, короче, 375 стоит. Чё за бред? Можем Можем хором купить. Я багу нашел. Игорь, пойдем со мной. О, слышишь? Продай его кому-то.
Вика, давай. Хочу кое-что показать тебе. Тебе лестницу показать? Давай. Ах, сучёныш, блядь. Жалко, что он умный, блядь. Что это? Это будет нас предупреждать, что... А что ты хотела показать? А, да не важно, я хотела показать, но это, ну, лестница красивая. Очень поле... Слушай, у меня стан граната есть, блядь. Ты думаешь, я тебя не убью? А у меня, блядь, хонг-хонг есть. Это серьезно. А у меня есть это... Штука, которая стонет. Опять. А? Не понял. Ну все, перестановка в доме. Бля, так это же тупо это нормальная тема. Да, будем так ставить. Даже можно так от этих головастиков спасаться. Не знаю, но вряд ли. Они же тупо не зайдут сюда. Ты что, думаешь, они на полку лягут, чтобы тебя убить? Рванули на следующую планету. Бля, как же плохо, Дискорд. И все. Полетели. За базаром следить. Понял. Дискорд. Мой верифон. Не, здесь такая вот не новая сторона. Так, куда... Тиханец. Короче, вы видите, просто куда никуда лететь. Этот список грустный. А давай карту где-то. Я хочу на жесткие планеты. Давай на дорогую планету. А там планету. Жесткие, они платы. А давайте на карту накопим другую. Ну, так вам накопить для этого, да. Пошли на эту, на платную планету. Для этого надо не умирать. Правда? Хорошо. Мы постараемся. Эти дураки пошли платить за планету. Реально, блядь. Зачем платить за планету, если есть бесплатные? Чё, садимся? Да. Да, да. Да. Ой. Танцуем. Всё. Я погнал. Живой, интересный. Он живой, живой. Он живой. Так, где мы вообще находимся? А, ладно, поглядим на улицу. Кто долбит? Я. 20 кубиков, стоимостью 1800. Ай! Из тебя плохой актер, Игорь. Тебя круто ранило. Кувальный. Голова. Голова болит моя. Болит моя голова, болит. Болит формулы один, болит. Один человек летит. Смотри, улей. Да. Смотри по сторонам, Макс. Улей. Улей, Макс. Халява, ребят. Ну вон, лежит прям халява. Если что, мне там гора. Да, халява. Да, пчелы. База, мы нашли улей. Прием. Виктор отвалился. Он уже не первый раз. Дважды. Блять, как же меня бесят эти косяки, которые, блин, еще с космофобией.
Что за косяки? Вот в фазмофобии был этот косяк, и тут он остался. То, что когда ты меняешь предмет там в инвентаре, у тебя остается фонарь включенным, несмотря на то, что я его выключил. Или, например, я выключил фонарь, нажимаю его 100 райтом, и он врубается. О, это мне. Чё? Это знак, я хочу бонг делать. На. Только не мне, блядь. Я Максу надеть бонг. Отвали от меня, не подходи. Иди ко мне, ты обретёшь то, что... О, дверь. Вау, я здесь не буду. За то, что это студия в центре города. Да, студия в центре города за 2 миллиона, да. Блин, я не хочу туда прыгать. Опа, да все нормально будет, друг, не переживай. Да нормально, с шестерей просто перепрыгнул такая, блин. Ребята, все нормально будет. С тебя размером такая просто. Нормально все будет, не умляйте. Бля, буду, все хорошо. Ты на всякий, бля, буду, реально, только Гриша был бы так. Побежали обратно. Охуеть, меня тупо. Ну шо ладно, я тебе подсвечу, давай запрыгивай. Бля! Только не говори, что она умерла. Только не говори, что она умерла. Рекорд на всё. Я не могу, я сейчас плакать, мана. Ой, бля. Что, убили? Все. О, дверь. Сломала. База, мы возвращаемся, веди нас. Я лучше сейчас продолжу смеяться. И круг назад. Ну не. Тупо зика сдохла. Смотрите, у вас там титан. Титан? GTX титан. Ули, осторожно. Я говорю, прыгай, я тебя сейчас посвечу. Она еще такая броска. Бля! Сука, не могу. Сука, сейчас сдохну. У меня тупо мой ящик этот не сканируется. Домик, кораблик. О, сканируется. Виктор, ты там живой? Я живой. Где там титан? Ровно. Я услышал. Вот так вот. Что там не было? Там на главном входе еще вещи, как бы, может, попробуйте вытащить. Только без вещей своих. Макс, попробуй. Сука, это что? Я тут брошу. Я фонарик почему-то врубается, когда я его сторону нажимаю. Пизда, Макс. Смотри, как спешит. Пиздец, блять, какого хрена у нас еще. А что там за треугольник? Это же не вечер. Слушай, а что там за треугольник валяется недалеко? Или это улей на карте помечается? Это лут. Это лут, который я сейчас скинул, потому что тут, блядь, урод вот этот, блядь. Вот чё он тут забыл? Чё он тут забыл? Вот ты чё тут забыл, блядь? Это что, блядь, звоня номеров какая-то? Чё он так воет? Покажи его. Это я сейчас это издал звук. Напердел, да? Не вижу. Знаешь, я постараюсь тут вещи оставить, чтобы не потерять.
А я его не вижу. А, он опять подошел. Он с другой стороны подходит сейчас. О, он к тебе прям сейчас. Он прям вот справа от нас. Не вижу. Я пытаюсь сосканировать. Как точечку? Не вижу его. Хочу увидеть. А, вижу. Здорово. Тупой. А я его не могу сосканировать. Это не... Ёб твою, блядь. Рука просто такая. Да, было бы прикольно, если бы он просто взял такой и руками, знаешь, этот потолок нашего корабля такой сорвал. Такой, типа, пацаны, здорово, можно с вами? Не, я честно не представляю, что нам делать. У нас там куча лута еще лежит. Ну, мы можем Кола отправить. Кола тут самый главный мастер, он все выложит, такой пью, в пули полетит. Ага, ага. От этой херни никто не убежит. Кола убежит, он про, видишь, побежал. Давай смотреть на Кола. А, он реально ушел. Так, он с другой стороны идет, Кола. Ты можешь идти. Мы его привлекаем внимание. Пока что. О, пизда. Ой. 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 Ну все, отлетаем. Или не там отлетаем? Там еще второй, походу. Отлетает Кола, а мы улетаем. Не, пока не улетаем. Блядь, там лут слева. Он даже не знает об этом. А это улей. Чё ты говоришь, что это лут? Это улей. Это не... Не, я там еще улей... Это лут скину прямо возле нашего корабля. Он уже пробежал. Отвалился Виктор снова. Я его никак... Он сейчас прямо перед нашим кораблем. Да я его вижу, я его... Я, наверное, не буду его привлекать. Видишь, в приседе идет, и его не бьет червяк. Там некому сейчас бить, блин, у него нет улья. Я говорю, червяк, а не улей. Тут червяков не водится. Так был только что гигантский червяк прямо возле него. А, не, это еще один гигант. Вон. Это они такие большие на карте. Этот мануал можно продать? Смотри, на перехват тупо идет. Тупо великан на перехват. Нет! Передумал. Кола, если что, у тебя справа от тебя еще лут валяется. Что значит? Ты чё? Автопилот в Миднайт. Ядрать ты просто, гигачат. Гигачат, беги, там еще лут был. Съёбываем. Макс, съёбываем, давай ты за лутом беги. Да, блядь, нахуй, тут уже полный сейчас будет. Да вон там лут. Я могу за ульем побежать. Давай, давай, давай. Нет, давай. Блядь, он сейчас нас убьет всех. Не подобрал. Не надо на мули. Все, беги, 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 Макс. Беги в угол. Съебло. Блин! Плохо. Ты поздох. Ну, это херня того не стоило, честно. А по-моему стоило. Смотри. Я уже удивилась, блядь, что вы украли улей, улей никто не умер, а потом умер Кола. Я вообще, а чувак, а как они вообще к нам просто здесь я думаю, это было? Во время полета проблема с карьерами. Горначок посветил? Мы тупо сперли улей, у нас получилось. Будем в футбольчик играть. Не у тебя получилось, а у Колы. Пизди. У меня, у Коваля, да. Ковальный. Давайте поедим мед с огурчиками. Это ты ковальный, а я ковальный. Коваль. Хера, тупо улей, смотри, тупо дырки, блин.
Ну, ули это сразу сотня, как бы, да. Репофилы. Да, он жутко выглядит. Подожди, сколько он стоит? 99, сука, нихуя. Просто. Оно того стоило. Смерти обоих членов экипажа. Класс. Это надо отпраздновать. А если бы все умерли, то мы потеряли бы весь. Меня слышно, нет? Да, слышно. А, все хорошо. Что это за пердёж? Все, мы, у нас планета данная, значит, на полете. Тогда я фонарик возьму. Семнадцать объектов. Фига, мы богаты, мы богаты, Макс, ага, я заработал. Ага, если найдем. Я выиграл. Где main entrance? Я не могу найти main entrance. Я нашел main entrance, погнали, Макс, зарабатывать бабки. Заработать. Слышишь деньги. Эти звуки? Слышишь эти звуки? Звуки прибыли. Кажется, у тебя рак. Рак кошелька разве что. Ну вообще не обязательно было так, как ты бегать. И типа уже возле входа. Фига, как ты такой нашел. Так по низу есть проход. Ого, уже нашел. Лучик уже нашел вон робота. Робот, и робот ебобот, ни хрена себе. Мы нашли робота. Кстати, возьми его в руку. Походу налево, типа идти там куча. Мы нашли робота ебобота. Я слышу мину. Ребят, здесь шмоток просто миллиард, блин, даже. Йоу! Ё-ё-ё, тут три шестерни просто. Да, я еще три шмотки здесь подобрала. Мама, повезло, ты можешь повезло. Больше не работать. О, повезло, повезло. Кола, позвони своей маме, скажи, что она может больше не работать. Вы заберете? Да, заберем. Еще и Firexit, тупо прям на выходе. Вот и вам ничего не кусочек. Еще. Что-то в шкафах убирает. Кому-то ключ нужен? А, тут вроде нет закрытых пока двери, мы не находили. А где ключ в шкафах? Охренеть, мы богаты. Богаты. Строна противник. Вот где сейчас находится лучик. А лучик где находится? Я тут. Вот за тебя где-то противник говорит, Кола. Я не вижу. Пока что. Только минус. Может, они? Не, тут. Что там? Маленький. А. Это обычный жук. Жук, который закусик. Тут так много, что это лучше все отнести сразу. Mm-hmm. Я хочу робота ебобота отнести. И вот это. Правильный ход мысли. Совсем об этом мой вес типа. Вес вещами. Походу. Смотри. Фляжка убила что-то. А нет, фляжка жива.
пока что. Ну тут что-то очень страшное бегает, судя по всему. Лучик луняшек Арины, прием. Там что-то большое есть, осторожно. Паук. Мне этот вздох понравился, такой прием, такой. Там пиццы ходячие, блин. А, это... Гнар с серьезного Сэма. Не понял. Куда пора возвращаться? Я, по-моему, не в ту сторону иду. Действительно. Куда я пошел? А реально, а неужели лут только на заброшенной базе и надо искать Main Entrance? Почему? Не, ну как там, бы... Там собака тут по самой локации разбросаны журнальчики. Осторожно, там собака на входе. А, внаружи, снаружи? Не, внутри. А, так а нахер мне внутрь идти? Так он оттуда... Я внутрь не пойду, я наружу пойду. Нахрен я брал вообще эти все? Я решил, что на улице заспавнился. Отлично. Уезжаем нахуй отсюда. Да подожди, там еще был. Охуй, блядь. Он тихий чувак, там одна железка. Она того не стоит. Там он всех тут перегрыз бы. Он нас всех перегрыз бы к чертовой матери. Да, я бы залез ползком, короче, и улетел бы вместе с ним на борту. Его. Что именно? Видишь, а был бы грейд эйс, блять, эйс, говорю, эс. С плюс. Эс. Ас. Просто, блин, собака заспавнилась. 432, мы еще не насобирали бабок. Так может карту потом купим тогда за 500 или 550? Нету денег. Ну потом. Не, после продажи. Ну это если, конечно, мы сейчас сможем все же выполнить квоту. Ну с роботом ебоботом вообще хорошо. Я думаю, сможем. Мануал этот надо продать вообще, нахрен он тут надо. Давай его на планете какой-нибудь оставим, он мешает. Да, реально. Надо что-то полезное взять в операцию. Я своей стан-гранатой как не воспользовалась. А могла бы его застанить, и мы бы умерли. Ой, убили бы его. А мы его убили бы? Хуй его знает. А, нет. Забонкали бы его. Я просто с утра же с стан-гранатой, ты помнишь. Может, я здесь гранату оставлю на такой случай, пусть она там тут валяется.
сейчас тоже. Я нашел улей. Мы приземлились на улей. Угодно приземление, мне нравится. Залазить надо через жопу. Ну, в смысле, сзади. Ну, в смысле, блять, ну, типа. Ты понял. Да, мне скажи ноу-хомо. Окей, хорошо. Ты что, гомофоб? Бля, может его бонкнуть и продать? Кого? Вон того, блин, летуна. Да, ты его хрен попадешь, блин. Ну, если попаду, я же его могу продать? Без понятия. Ошметки его. Ошметки? Это как ты его собираешься бонкнуть? Гранатой, знаком, не знаю, чем попало. Да, гранатой. Так, мы вошли. Нашел парадный выход, прием. Я нашел робот-пылесос. Нашел серверную, прием. Где прием? Я всегда у лучика все. Есть что-то? Только около лестницы. Там у лестницы есть другой проход, и там что-то валяется. Не в этой лестнице. Здесь только какой-то жук есть. Тут шкаф, да. Не могу тебя шоу. Где же это? С этой светящейся лампой. А, здорово. Мне оставить пока свет, не выключать генератор. Да, лучше пока оставить. На, а, хотела закрытую дверь, хотел сказать, но она ведет в ту же комнату. Поехали. О, за это заел. Все, ушел. Поем твою мать, отстань. А, отстань, ебаный рот. Ну, блин, фу на тебя, пошел в жопу. Я красный, повторяю, я красный, прием. Нахуй я это говорю? Прием, вижу слайма, прием. Прием, меня принял, блин, жук, прием. Так, ну я вернулся. И как нет, я пройду через него? Я недавно переоткрыла новое, можно пойти. Не побьет. Пойдем? Давай, манси. Ты какой жопу. Игорь, где есть места свободные? У меня есть, но у меня нет хп свободного. Да ёб твоё, я, блядь, пошёл! Прыгь! Сука! Да иди в сраку, блин, паскуда, блядь, взялся за старое! Мы сбежали сейчас из комплекса, там это жук опять закрылся. То жука личная, он только меня видит, сразу на меня кидается, сука, расист, антисемит. Я отнесу лупу. Бегает тут. Надо сбегать за лупой. Кстати, да, она прозрачная. Значит, все-таки лупа. Ой, у тебя лучик, у тебя противник большой. Тут очень веселое. Тут два жука бегают и вот эта вот херня ползает. Через слайм. Мне кажется, я к лучику сейчас уже не пройду. Там да, там два жука и слайм. Пробегай мимо слайма. Ты можешь обойти, там обходной проход есть. Да-да, вот по этому проходу оббегай его. Могу спиздеть улей. И на следующем повороте. Вот здесь вот. Да, блин, ты понимаешь, что пчелы никуда не денутся? Может,
собачек сюда призовешь? О, нифига, что я нашел, смотри. А ну подходите, сука. Нашел чью-то нычку. На радио стал возможно? Жалко. Мне кажется, мы не особо много забрали, да? Вам батарею забрали вообще? Нет, не забрали. Я сейчас попробую забрать, но не гарантирую. Я уже не пойду никуда, потому что я умираю. Вчера у него там целая движуха. Сейчас все батарею доставать будет. Меня стреляли, меня убивали, я падала. Ай, блядь! Нет! 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 Чего? Алина живая? Я жива, пока что. Ты ж как, блядь, пустите меня! Ты ж как, он сказал, что ты сдохла! Запрыгивай! Не. Я типа... Макс сказал, что Арина все. Забрал батарею. Дай сюда. Отлично. Я придумаю что-нибудь. И все, что я украл, это банку сот, блядь. Лук у нас не очень. О, это мне. Да. Хера себе. Это все, что я нашел. Направление чуть-чуть левее, твоего текущего. Еще левее. Да ёпта. Да, примерно. Макс, иди на север. Че, попробуем забрать? Пчел. Опять. Нет. Да, давай. Только выложи их там, вот у двери самые, потому что иначе сдохнешь. Я на это посмотрю. Нормально, мы выиграем. Ребят, я желаю вам удачи. О, хочешь гранату, я в них хуйну, а? А в них можно гранату? Вообще гранату. Не я поможет, не знаю, не давай пропишу. Давай кола берет, короче, этот, улей. Готовьтесь. А ты в кола гранату кидаешь. Хорошо. Так, давай, смотри, давай. Раз. Давай! Бега! Стартую! А, я понял. Мы уже улетели. Сочувствую. Эй, бега, отходи! Фух! Это что только что было? Что это такое? Я не могу. Ну мы же выиграли, да? Да, мы выиграли, блядь! Мы выиграли с победой, ребят! Перемога, А мы квоту уже закрыли, слушай. Мы столько всего набрали, что уже и квоту закрыли. Все, погнали продавать. На бабки зарабатывать. Сука, почему? Передо мной закрылась дверь, у меня Это был не я. Это был не я. Я забирался, потому что... Ты себя сейчас защитил, да? Думаешь, тебя это спасет, блядь? Что ты хочешь мне сказать? Ничего, тело установили, значит, все нормально. Ты что-то хочешь мне сказать? Да, хочу, блядь. Так стой! Все, успокойтесь, сейчас урона будет наносить. Продадим босс. Все, успокойтесь. Да, блядь. Так, все тихо. Холодная война, все, блядь. Шло время торговаться. Че на этой карте так FPS проседает? На всех картах нормально, а на этой карте прям FPS просаживается. Хуй знает. Проблема с железом просто. Да, действительно, сколько у нас железа тут. Да-да-да. Проблемы с железом на казино.ком. Должно, наверное, хватить. Доверху набилось. Батарея по прутике вроде бы написано. А ули будем продавать? Давай улей продадим. А, они у нас два их. Ну что, погоняем шары? Давай, мы шары продаем, а лампу... Там Виктор говорил, какая-то ржака с лампой. Давай, пока не будем ее продавать.
Ржак с лампой? А чё за ржак с лампой? Пиздаем. Сколько нам бабок дадут? А мы там хуйни продали. Надо еще класть. Кто-то бессмертный. Опа, скилл. Сколько нам дадут? 640. Что мы выиграли? Все, охренеть. Мы богаты. Ну что, на титан? Ну да, да, поздравляйте. А нам не хватит на титан. Хватит, он 500 стоит. Подожди. Титан стоит. Ты нормальный вообще человек? Я думал, она отрегенилась. Тут нету регена, ты... Я хотел... Уго! Титан стоит 700, мы как раз можем прямо... Продам человека. Я не понял. А, все, забрал. Класс. Гениально. Все в профит. Доп бабки. Так может, я всех перебью, что 15 баксов заработаем. Пошел нахуй. Мы можем полететь сейчас на Титан, но мы потратим все деньги. Как, ну, как будем? У нас просто фонариков тут два. У нас хорошие фонари. А, нет, вон три. У нас есть все. Нормально. У нас есть все. Поехали, там по месту закупимся. А у нас нечем будет закупаться по месту, алло. Ну окей, тогда на Титан. Титан это же, блядь, этот, сука. Спутник, спутник. Спутник с этот, блядь, тубицы. Я хороший. Фу ты бог! У нас большие сомнения на этот счет, слушай. Давай, сейчас твоя невыдвимость пройдет, блядь. Ты, сука, не вечный. И на себе. Ты тоже не вечная. Я отошел взять покушать, а у вас тут уже стонкс. А, мы не можем. Почему не можем? Сука, стой, главное, за компьютером, блядь, тут... Снайпер, слушай, не прилетай. Слышь, а Макс, смотри, самый умный. Блин, давай Макса побьем. Настолько 500 было. Макса? Да, но он что-то слишком умный, блин. Слишком много рот открывает свой, блин, наш адрес. Не знаю, куда деньги исчезли. Standing here, I realize. Из-за того, что тут... Виктор, да, Виктор столько жак пропустил. То есть, из-за того, что Рекут сейчас убил у няшика, он... Да. А что у вас было? Титан. Да. Рекут, ты, блядь... Нас что? У нас не хватает на Титан. Что у вас было? У няшика. То есть не хватает? У нас бабок миллион. У нас было 700, теперь у нас 500. Чего? Ты самую дешевую. Жизнь. Когда ты умираешь и не возвращаешь тело... Так мы вернули тело, мы продали. Процентов там забирают деньги, понимаешь? Мы не вернули деньги, мы не вернули тело, мы его продали. Мы в хабе были! Нас тупо кинули на бабки, нас на бабки кинули, слышишь? Надо судиться с этой бабой. Да, да, 200 бочинских, ну, вот это вот, щупальце. Надо, по-моему, искоренить, блядь, беду, это Игорь, блядь. С щупальцей надо это судиться. Ну давай, хотя бы туда, потому что, блин. Опять попали на бабки. Квота повышена, а деньги нужны нам побольше. В смысле, квота повышена? А там что? А 700 квота уже. Нормально, мы выиграем. А у нас здесь 300. Нас кинули на бабки. Ну 300, а нам еще куча надо. Да, 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 за утрахтать, блядь, не ладно. Игорь, блядь, отпиздить бы тебя. Не надо, пожалуйста. Осторожно, шторми. Не надо, блин. Не надо, не надо, пожалуйста, а то еще сейчас это... Ты что, денег заберу, блядь? Еще минус 200. Шторми, это опять, что ли, молния? Бля, сейчас опять взрываться будем. Да, блин. Черт. Ну что, поехал. Я, кстати, не знаю, кто тут идти. Ни разу не был. Я тоже. Это на какой мы планету? Нифига зима. Нихера себе. А, здесь по фонарикам идите. Погнали. Я пришел. А, да, прикольная штука. Вау, вот эта планета, вот это что-то новое, вот это хорошо. Эта игра уже однообразной становится.
добро пожаловать на суровый север. Мы в Сибири. Да. Я думал, в Кремчике. Сейчас будете сибирские... Ну, сами сейчас увидите. И куда? На север. Куда дальше-то? Я потерялся. А вот ищи. О, я нашел на Эвентрас. Уволь. Смотрите, здесь есть следы на снегу, вау. Так, ген игра. О, блядь, нет. Это мой дом, кстати, дворец Путина. Нет, рекрут, нет. Добро пожаловать в Мэнсон. Мне нравится. Только не это. О боже, ребят, это что, расчёска? Там пусто. Это очень неприятное место. Очень неприятное место у меня в жопе. Вау. Считай, в твоей жопе получается. Во, вот здесь, давай сюда. Я особняк, походу, там. О, бутылочки. Блин, здесь много еще? Еще и карта нихуя не видно, блин, проход. А на втором этаже были? Вроде еще нет. Мне интересно, сколько предметов здесь. Виктор, ты обрати внимание, эта хуйня тоже она сделана по методу, есть набор комнат, и они склеиваются так, чтобы друг с другом не конфликтовали, а по факту все комнаты заранее подготовлены. На первом этаже там куча. Да, да. Вот я предлагал Но и комнаты сами чуть-чуть рандомятся. Или, по крайней мере, у них есть вариации. Прием. Белые глаза нахуй, че. Попроси просканировать, сколько предметов? Сколько предметов просит сканировать? К чему идет? Какой? С белыми глазами. 24 предмета 2000. Ты смотри, это место, где у нас... Как раз таки позапрошлой игре тебя эта хуйня и убила. У нас тут большие проблемы. Не-не, проблем никаких нет, мы законтрили эту падаль. Смотри, че... Я к вам заходить не буду. Придумать бы, как теперь донести предметы. Осторожно. Подумай. Николай. Арина говорит, она стоит все хорошо. Заходить. Тут все нормально. Я постою, я стесняюсь. Да заходи, что ты стесняешься? Я боюсь женщин. Он ушел, Арина говорит, что он ушел. Да, ну ты выйди, заведи меня, пожалуйста. Чтоб мне спокойнее было, за ручку меня возьмешь, заведешь внутрь. Арина уже в такой локации, я тоже в такой локации, мы не можем тебя повезти. В какой? На кладбище? Я бы уже, знаешь, с тобой не разговаривал. Ну и все, блядь. Не разговаривай уже с тобой. Кола, рассказывай, куда идти. Прямо по фонарям направо. И пойти по фонарям и направо, чтобы поворачивать. Слышишь, если услышишь электричество, бросай. У нас тут очень весело, Вика. Тут очень много лопы. Ты очень много лопы, готовай, иди сюда. У вас там кружу на голову, что ли, все-таки или кто? Зайди к нам, не стесняйся. Страшно, пиздец. Игорь, если бы мы хотели тебя убить, мы бы это уже сделали. Игорь, заходи. Я сейчас скажу. А пиво что, током не бьется? Я
Видимо, нет. Стекло, наверное, пластмасс. А вот хер его знает. Я вам не верю, вы ебаные маньяки. Да мы не маньяки, чё-то... Я тебе верю, но смотри, моя кровь будет на твоих руках. Я захожу! Я выхожу! Можешь попробовать все сразу собрать? Никакого слушания вещества, просто колесико и г-г-г-г-г-г и выйдешь. И не сбежать. Да это колесико проклятое, я не буду им пользоваться. Я лучше по одному буду таскать. Ладно, я тогда сейчас на подмогу прибегу. Я сейчас еще рандомной молнией, знаешь, подлечу хлебальник свой. Сколько время? Сколько времени? 15. Фига себе. Все, сваливаем. А вы все забрали, да? Да, я все забрали. Иди черту за твоим, все, иди походим. Иди там полута еще, если хочешь. Могу полутать. Иди полутать. Вот иди. Вы тебя как звали, вот иди полутай. Там столько полутаешь, пизделей, блядь. Я думаю, ты просто не видел, что там еще 173-й на втором этаже стоял. Ты ушел, блядь, на счет 3, и ко мне эта печенька сразу же рванула, блядь, в секунду, нахуй, имеет сердечный приступ, блядь. Сердечный приступ. Сердечный приступ, да, блядь, по мне еще. Сука, мне сердце, блядь, по кусочкам собирать будут. Ой, блядь, страшно, такая пизда. Типа, мы полутались просто на совесть, там, не знаю. Чисто пластмассом просто на шкафу стояли, блядь, 2 часа. Рейка, ты это записал? Записал. Мне вот эта вот реакция твоя понравилась, на твоей крови это будет, такой зашел и вышел. Как говорится, я покажу, ну я нахуй. Покажу. Ну нахуй. А ты печеньку видел, Игорь? Кого? Печеньку. С 73-го. Может, и видел, надо запись пересмотреть. Там просто они оба стояли, там вот на одного надо смотреть, а на другого не надо смотреть, блядь. И вот это вот проблема у нас была. Да, ну, блядь, я сейчас запись закончу. Блядь, закину ее на ютубчик. Надо... Не, давай этого потом тогда. Че, или... Давай потом, пока не критично. Я просто хочу уже закончить запись, чтобы она сохранилась, я просто следующую начну. А, ну сохрани, да. Сохраняю. Ну, всякий.